Буков — это самая большая сеть комиссионок в Японии. Это не обязательно что-то поддержанное. Очень много новых вещей, но которые сюда принесли, сдали. То есть подарили что-то, оно не вам не актуально. То есть очень много бижутерии, украшений всяких брендовых. Может, кто-то помер, тут с него вещи продают. Здесь вообще отдел J-Shock. Здесь все с J-Shock'ами связано. Я бы не сказал, что это дешево. Но столько моделей J-Shock'ов в одном месте в любом случае не видел. Ну, часов много очень брендовых, дорогих моделей. Даже есть отдел с алкоголем, и там есть русская водка. Ну, это, видимо, все подарочные коллекции. Вот. Русская водка называется Ладога. 40%, 700 миллилитров. Российская императорская коллекция. Кто ее сюда сдал? Памус тут за 600 долларов почти. Это вообще вот, видимо, пробка для за 20 тысяч йен, цена. Ну, здесь просто такой вот вискай, который в Владивосток возят. Здесь куча японского виски. Теперь знаю, если не найду заранее на подарок, то можно здесь прикупить. Просто здесь Мекка посуда. Очень старая. Там и ручной работы, и не ручной. Вот такой шамисен из змеиной кожи. Прям новые наборы продаются. Это, видимо, какие-то постельные наборы. Ну, это, то есть, все дарили кому-то, вот оно упакованное, но людям не нужно, они сюда сдают. То есть, здесь не совсем дешево, не сказать, что совсем дешево, но дешевле, чем в обычном магазине. Посуда очень красивая, японская. Магазин просто огромный. Глобус за 510 йен. Так интересно. Флаги Прибалтики не уместились на их территории. Их на территорию России выложили. Москва, вот он наш Иркутск.
Байкал, Улан-Удэ, даже Ангарск есть, Братск, Канск. Тут начались товары для детей. Это понятно, что такое. Коляски всякие, штуки, где ребенка можно укладывать, усыплять. Это сиденье, автомобильное кресло. Магазин реально огромный. То есть вот такого по размерам я еще в таких не был. Я думаю, что тещу я тут потерял. Еще просто здесь 2 часа бесплатной стоянки. Походу тут все 2 часа и проведут они. Здесь игрушки. Всякие каменрайдеры, ультраманы. Каменрайдер. Это когда сыну было 3-4 года, вот это вообще вот эта тема, он по ней просто тащился. Потом компьютерные игры, DVD. Все для PlayStation, можно выбирать тут часами. Какой-то старый софт. Ну, видимо, для старых еще приставок. Прикольно. Тут уже, видимо, отдел. Здесь уже все для взрослых. И аниме, и не совсем. Очень много музыки. Он прям идет 80-е годы. Но более свежая. J-pop — это японский поп. Это, наверное, вообще пластинки, ага. Джаз. Японская, не японская. Такие старые-старые кассеты. Пульт мы такой уже один сломали. Сегодня я сломал, кинув его на лестницу. Пришлось покупать новый. Это все комиксы. Манга. Просто огромный. То есть это все книги. Книги. Не знаю, сколько тут рядов. Это товары для гольфа. Ну, японцы кайфуют от гольфа. К ним из Америки пришел гольф и бейсбол. Ну, это эти доски. Это все для кемпинга. Thank you.
борда. Здесь музыкальная техника, музыкальные инструменты еще будут. Я вообще хотел купить наушники, но что-то не хочу уже. Это что, японские рисоварки, пароварки? Всякие переносные кондиционеры. Такие вот Nike за 99 900 долларов. Вот эти стоят вообще 2000 долларов. С кого их сняли, интересно. Я и на новые-то кроссовки таких цен не видел. Видимо, не в тех магазинах покупаю. Thank you.